Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Прогноз погоды». Партнер программы «Клиника Артстом». Стоматологическая клиника «Артстом» работает в Печоре более 25 лет. В штате «Артстом» работают квалифицированные врачи с многолетним опытом. Мы гарантируем высокое качество терапевтического, ортопедического и хирургического лечения. Выполняем работы любой сложности, используем качественные, современные, безопасные материалы. Производим установку имплантов и мини-имплантов. А еще у нас гибкая ценовая политика. С Новым годом! Печора. Наш телефон 7-62-26. И о погоде. Завтра, 6 января, в Печоре ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем временами небольшой снег, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет -24-26 градусов, а завтра днем 18-20 градусов ниже нуля. На дорогах снежный накат. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще ежедневное новостное вещание на телевидении. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Екатерина Лисицкая. Всего вам доброго, до свидания.